Здорово. С какими физиологическими процессами связан тот факт, что после пожара мертвых людей часто находят в позе эмбриона? Каппа. Слушай, я, честно, не слышал про такой факт. Ну, вот, но... это как зачастую, если люди сгорели прямо вот хуям, то их когда хоронят, им сухожилия подрезают, потому что не могут выпрямить ноги, руки и так далее. Ага, ну, значит, интересный факт, да, по поводу пожара, что люди там умирают не потому, что они сгорают, да, а потому что они задыхаются просто от угарного газа. Это, к слову, если у вас какая-нибудь появится мысль, например, там, забежать домой, спасти кошку, не, ну, спасти кошку – это очень важно, там, не знаю, спасти какого-то человека или свои документы, да, то, понимаете, там, если вы просто даже наденете на себя там какую-нибудь мокрую тряпку, вы там пробежите пару шагов и просто упадете, потому что там внутри самого этого дома там будет настолько низкая концентрация кислорода, настолько высокая концентрация СО, что вы просто сразу вырубитесь. А дальше там уже, да, может быть, вы сгорите, да, может быть, даже не сгорите, может быть, вас просто там завалит, да, и ваш труп потом найдут, слегка такой обуглившийся, да, вот. А может быть, даже и там пожар уже затухнет, да, а вы будете там лежать уже, вот. И может быть, да, с этим связано, что люди как бы там, поскольку они именно задыхаются, они сгорают, да, они успевают там как бы чисто физиологически поджаться. Вот. А с другой стороны, вот, может быть, это связано с теми же процессами, которые обеспечивают так называемую эту вот мертвую хватку, да, то есть, в принципе, у мертвых людей пока еще не начались процессы разложения, у них очень мощные, в очень высоком тонусе находятся мышцы, да, действительно, если вас там человек перед смертью схватит, и вы так с ним заснете, на утро вы вряд ли там сможете его руку, не разрезая сухожилия, распрямить. Это связано с очень интересным свойством, что энергия в наших мышцах тратится не на сокращение, а на расслабление. Когда там в каждый момент эти головки миозина, они двигают, подтягивают на себя нити актина, да, вот как бы само это движение подтягивания, сжимания, оно не требует энергии. Энергия требуется, чтобы это все разжать, чтобы можно было совершить новый цикл. Вот, поскольку перед смертью все это нарушается, да, поэтому вот у многих людей развивается такой вот прям хватка мертвеца, что называется. Да. Вот, и может быть это тоже приводит к тому, что как тут повышается тонус, и приводит к тому, что они позже находятся. Но это я фантазирую. Да. Если у кого-то есть более достоверная информация, пожалуйста, сообщите. Понятно.